Всем ассаламу алейкум. Всех приветствую на моем канале. Как некоторые, наверное, уже догадались, героями сегодняшнего ролика будут колонки фирмы Diatone, модель DS55EXV. Данные колонки выпускались в 86 году для внутреннего рынка Японии. Ритейл на тот момент составлял 39 тысяч 800 йен за одну колонку, то есть пара уже стоила 79 тысяч 600 йен. Довольно немаленькие деньги получаются даже по тем временам. По техническим характеристикам заявленная мощность 40 ватт номинал, 150 ватт максимальная мощность кратковременная. Частотные характеристики от 42 Гц до 30 тысяч кГц. Звуковое давление 90 дБ ватт на метр. Данная пара колонок до наших дней сохранилась довольно-таки хорошо. Все динамики свои родные, аутентичные. По косметике. Ну, по косметике тоже все хорошо. Есть, конечно, небольшие косячки. Где-то царапка, где-то притертость. Ну, в целом, моментов раздражающих, там, глаз, битых углов, таких моментов здесь нет. Ну, предлагаю вам послушать вместе со мной. Всем приятного прослушивания.